Вы когда-нибудь делали данную прививку? Ну, последний раз я делал, наверное, в детстве, я вот так скажу. Так больше не делал. Нет. Куриный белок есть? Нету. На данный момент насморк, каши, першение в горле, нет, ничто не беспокоит. Пожалуйста, масочку. Кровите рот и на меня язык. Говорим «а». Перед тем, как сделать прививку, медсестра спрашивает про самочувствие, измеряет давление и узнает про аллергию на белок. В городской поликлинике номер один любой желающий может сделать прививку от гриппа абсолютно бесплатно. Александра каждый год прививается и считает, что так должен поступать каждый. Мы каждый год делаем, как на РПЗ привыкли делать каждый год, так и ходим. Почему необходимо сделать прививку в принципе? Ну, думаю, чтобы не болеть. Особой подготовки перед вакцинированием не требуется. Важно, чтобы не было температуры, насморка, кашля, а также острых заболеваний и обострения хронических. Еще одно из противопоказаний для вакцинации против гриппа – аллергия на куриный белок. Делается Савигрипп. Он от двух штаммов А и Б. На основе куриного белка, почему спрашиваем, аллергия на куриный белок есть или нет. Какие последствия, в принципе, говорю, не обязательно, что должно что-то быть, а что возможно быть, вместе укола немножко припухнуть или покраснеть. Как правило, никаких йодовых сеток и компрессов вы не делаете, все само проходит. На второй-третий день может быть легкое недомогание. Это небольшая субфебрильная температура 37,1-37,2. А так обычно все переносится очень легко. Ежедневно у нас проходит вакцинация в поликлинике номер один. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8 до 19. По субботам также с 8 до 13.30. Перед входом в поликлинику у вас сначала измерят температуру. Все строго, с полным соблюдением санитарных норм. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте температуру померим. 36. Все в норме? Да. Температура в норме. Идем дальше к стойке информации, где сотрудники поликлиники расскажут вам о ваших дальнейших действиях. Он обращается на информацию, где наши медицинские регистраторы ему объясняют, что у нас делается вакцинация от гриппа с 8 часов до 16, 304 кабинет. Без записи предварительной обязательно с собой брать паспорт и полис. После поднимаемся на третий этаж, в 304-й кабинет, где непосредственно осуществляется вакцинация против гриппа. У нас, смотрю, уже завершающая стадия, да? Да, это наш прививочный кабинет. Здесь у нас работает фельдшер отделения медицинской профилактики Ангелина Николаевна, которая здесь же осматривает пациентов, решает, допущен человек до прививки или нет, и сделает вакцинацию нам. Пожалуйста. Тут главный страх людей таится, в общем, я правильно понимаю. Нет, мы очень здесь добрые, лояльные, никого не обижаем, и все с улыбкой уходят из этого кабинета. И вот он, финальный штрих. Прививка сделана. Уважаемые телезрители, приглашаю всех на вакцинацию. Но, опять же, это нужно индивидуально, потому что там есть противопоказания. Это все индивидуально решается. Всех ждем. Егор Кабанов, Дмитрий Курунов. Для программы «Городские вести».